Коломойский и Боголюбов, которых Приватбанк обвиняет в отмывании 470 миллиардов долларов, владеют десятками активов в США, об этом сказано в иске банка против бывших владельцев. Приватбанк раскрыл активы олигархов Игоря Коломойского и Андрея Боголюбова в США, среди которых заводы, гостиницы и недвижимость. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на иск Приватбанка. В целом речь идет о десятках активов, ферросплавные и металлургические заводы, коммерческая недвижимость и гостиницы, отмечается в сообщении. Имущество олигархов, согласно информации Приватбанка, сосредоточено в основном в штатах Огайо, Иллинойс и Техас. Благодаря деньгам банка компания Optima Ventures стала крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в Кливленде. Среди активов Коломойского и Боголюбова есть такие здания, как Public Square Building, приобретенное за 34 миллиона долларов, One Cleveland Center – 86,3 миллиона долларов, Acom Building – 46,5 миллиона долларов, Nk Plaza – 77 миллионов долларов, гостиница Crown Plaza Hotel – 9 миллионов долларов, Huntington Building – 18,5 миллиона долларов, завод CC Metals & Alloys ЛК – 188,1 миллиона долларов, металлургический завод Koury Steel – 43,5 миллиона долларов, а также башни Stemmons Towers, корпус CompuCom System Headquarters и прилегающий участок, завод Feldman Production ЛК, завод Kentucky Electric Steel, Steel Rolling Holdings Inc., металлургический завод Warren Steel и Motorola Campus.